Первый пошел. В Ульяновске начал курсировать междугородний рельсовый автобус «Орлан». В подвижном составе три вагона, всего 223 места, в том числе предусмотрены места для маломобильных граждан. Внутри светло и уютно. Комфортабельные кресла, система кондиционирования с обеззараживанием воздуха, биотуалет, широкие багажные полки. Рельсовый автобус «Орлан» будет курсировать по двум направлениям – Ульяновск-Димитровград и Ульяновск-Инзе. Благодаря этому можно будет добраться до места быстрее и с комфортом. Кроме этого, подвижной состав оснащен современными технологиями. Это системы видеонаблюдения, обнаружение и тушение пожаров, оповещение и уведомления. Но главное преимущество – «Орлан» от обычных электричек и автобусов – скорость. Состав развивает скорость до 120 км в час и доезжает до Димитровграда за 1 час 38 минут. Правительство региона совместно с Куйбышевской железной дорогой на достигнутом останавливаться не собираются. В планах развивать другие направления. Да, безусловно, Инза-Димитровград – это только такая первая ступенечка. Дальше мы видим сообщение между Ульяновском и Казанью, между Ульяновском и Сызранью, и, безусловно, конечно, мы между Ульяновском и Саранском. Я вижу перспективы, большие перспективы пассажирского пригородного движения в Ульяновской области. Ожидается, что пассажиропоток благодаря запуску «Орланов» вырастет на 20-30%. Также наличие доступного и скоростного транспортного сообщения между городами региона будет способствовать развитию трудовой миграции. Так, например, руководство завода «Авиастар» планирует увеличивать численность персонала и заинтересовано в сотрудничестве с РЖД. На рельсовых автобусах можно будет перевозить сотрудников из Димитровграда в Ульяновск и обратно. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, УПРАВДА ТВ.